Привет, дорогие друзья! Мы в мемориальном доме музея Петра Ильича Чайковского. Здесь очень красиво, прекрасно. Вот памятник ему. Далее мы выдвигаемся в дом, где он жил. И здесь все вокруг, все дышит именно музыкой. Уважаемые гости, приглашаем вас занять свои места в концертном зале. Обращаем ваше внимание на то, что после третьего звонка вход в зал запрещен. Артист-композитор Илья Чайковский. Петр Чайковский, старший брат Ильи Чайковского. Отца-композитор, получается, дядя его, да? Олимпиада антипогружден Чайковский, младшая сестра Ильи Чайковского, отца-композитора. Тетя его, получается. Екатерина Алексеева, жена Сии. Старшая сестра Александра Чайковского, матери композитор. ХТ его получается. Так, Елизавета Шоберт, рождена Сии. Младшая сестра Александра Чайковской, матери композитора. А тоже это тетя его родная. Михаила Сия, двоюродный брат композитор. Екатерина Сия, бабушка композитора по материнской линии. Дед-композитор по материнской линии. Получается, Асиер, это его была мать. Ну, хорошо. Печатка. Яш Морис Багров принадлежал дяде композитору Петру Чайковскому, старшему брату отца. Скульптор фарфоров, манфактор Майсин, Германия. Слева направо. Мне достаточно одного. Я их наказываю. Приз за постоянство. Я раню и утешаю. Раз за разом. Я в зале Петра Ильича Чайковского. Танец маленьких лебедей. Ну, не лебедушка. Лебединое озеро. А не выключишься? А, ладно, мы уже вызвали. Буду ужасный, блять, нет никакой возможности, даже здесь вечер, то есть.
сделать прогулку, мало желательно всего это сделать скрипично. Концерт, который начал вчера, и до такой степени увлекся, что бросил по камень сонату. Хочу воспользоваться присутствием Котека здесь, это будет для меня новая и трудная работа, но зато очень интересно. Большая соната. Ну, здесь на стендах, конечно, все написано, а при каких обстоятельствах, когда Петр Ильич Чайковский сочинял свои оперы, береты, прекрасная музыка. Конечно, все тут интерактивно, то есть нажимаешь на кнопочки, нажимаешь, слушаешь, одеваешь наушники, и все идет история по каждому стенду, по каждому экспонату. Вот они. Лавровский, Губерт, Чайковский, они вот записывали вот на фонограф свои голоса. Можно сказать, по нынешнему баловались. Юлия Блок, известный пианист того времени. Да, Чайковский мечтал о своем доме, надоело ему снимать, кочевать. В конце жизни он решил все-таки приобрести дом. И дом его был здесь. Он прожил свои последние полтора года своей жизни. И умер 53 лет от роду на 54 году жизни. Умер неожиданно, заболев 16 октября, а скончался уже 25-го. Комната, где он жил, творил, играл вот на этом рояле. Причем эти рояли были одни из самых лучших в Европе. Делали ему специальный подзаказ, зная о том, что насколько он был на то время величайшим композитором. Главное произведение фирмы Беккер. Ария Герман, что наша жизнь. Это снимал картину при Чайковском. Это библиотека брата Модеста Ильича Чайковского. А вот стоит рояль фирмы Беккер, где Петр Ильич музицировал, вот именно в этом зале собирались гости, друзья.
кстати, благодаря Модесту Ильичу Чайковскому и был создан этот музей после смерти Петра Ильича. И это был первый музей в России, посвященный композитору. То есть вообще не то, что композитору Чайковскому, а вообще из всех великих людей. Это был первый музей, посвященный одному человеку. А вот и кровать, на которой скончался великий композитор Петр Ильич Чайковский. 25 октября, по новому селе 6 ноября 1893 года. Так, дорогие друзья, это кабинет Модеста Ильича, брата Петра Ильича Чайковского. Очень все красиво, все стильно. Это пристройка, которая была построена уже после смерти Петра Ильича Чайковского в 1898 году. В такой обстановке, конечно, только хочется сочинить такую музыку, прекрасную музыку. Так, и книги вот такая вот, причем библиотека реальная, настоящая. Никола Макиавелли, так, история живописи Александра Ренуа, тогда вот такая вот библиотека. История новой философии Гегель. Тут у нас что-то, я что-то не могу. Очень интересно, конечно. Все, покидаем кабинет Модеста Ильича. Переходим. А вот эта комната племянника Петра Ильича. Здесь жил Давыдов, сын сестры Петра Ильича Чайковского. Я к Клину сам не знаю, как ужасно привязался. Не могу представить себя в другом месте. Так, мы в саду в парке Чайковского, усадьба Чайковского Петра Ильича. Все очень красиво здесь. Все ухожено, там посажены деревья различные. Очень много экскурсий, прямо они следуют друг за другом практически. Видимо, творчество Петра Ильича Чайковского вызывает неподдельный интерес. Мы приехали тоже с Москвы. Это в 72 километрах от Москвы. Здесь раньше была деревня Майданова. Дом, в котором, ну, в усадьбе, который снимал Петр Ильич Чайковский. Узнал о том, что у Чайковского никогда не было собственного дома. Он везде снимал. Вот. Такие большие кленовые листья. Он всю жизнь снимал. У него была мечта, конечно, заиметь собственное. И, можно сказать, эта мечта сбылась со временем. И все-таки выкупил ее не он сам лично, а его брат Модест Ильич Чайковский. Ну, его который сделал пристройки, строил, облагораживал.
Ну и в конечном итоге после смерти он создал музей, мемориальный музей. Это был первый в России мемориальный музей в честь одного человека. Сейчас вот мы двигаемся к беседке, где, судя по описаниям, любил отдыхать Петр Ильич. Мы в музее, в усадьбе Петра Ильича Чайковского. Ну так, идем. Я так думаю, что яблоко растет. Захотелось что-то яблочек поесть. Сегодня как раз дождь идет. Вкусно. Как раз есть рюкзак. Килограммчик не берем. Петр Ильич Чайковский. На коленке Петра Ильича. Сегодня идет экскурсия. Мы на музыкальной скамейке напротив памятника Петра. Хочется прям сидеть так, внимать музыку, думается, знаешь, о прекрасном, настроение хорошее, чудесное. Задумываешься вообще о смысле жизни, как все прекрасно. Идет дождь, все свежо, приятно, дышится легко, непередаваемое словами ощущение. Как вот все это? Описать это? Не знаю. Видите, у Петра Ильича колени там натертые. Тут, видимо, люди нетрадиционной ориентации бывают, прибегают и трутся. На наших глазах подбежали двое мужчин, и один из них уселся на колени Петру Ильичу и начал тереться. Слышите музыку? Музыка Петра Ильича Чайковского называется «Музыкальная скамейка». Вот сел на скамейку, заиграла музыка. Какое произведение, кто знает? А до этого был вальс цветов. Все, встал. Видите, я встал, почему? Нет, играем. Сейчас еще раз. Можно сделать погромче? Алиса, громче. Это вот они участвовали впервые, записывали на фонограф свои.
Большой урон музею нанесли фашисты во время войны. 22 ноября они захватили Клин. В доме композитора был устроен гараж. На первом этаже сапожная мастерская, на втором солдатские казармы. Они уничтожили ворота, мебель. А Модеста Ильича отправили на дрова. Хорошо, что музейные работники успели эвакуировать основные экспонаты, то есть это, получается, которые принадлежали Петру Ильичу. Варвары находились недолго, всего 22 дня. 13 декабря 1941 года город Клин уже был освобожден частями Красной Армии.